Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun O'zbekiston Gana o'yini oldidan matbuot anjumani ikkinchi qismini boshlaymiz va ikkinchi qismida bosh murabbiy O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov hamda terma jamoamizning yetakchi futbolchilaridan biri Otabek Shukurov ishtirok etishadi. Dastlab o'yin haqida Vadim Karlenovichning fikrlarini bilamiz. Здравствуйте. Я думаю, что говорить. Я думаю, мы пришли ответить на вопросы, поэтому интереснее будет, наверное, если вы будете задавать вопросы, мы на них ответим, на те, которые вас интересуют. Otabek, o'yin oldi fikrlaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum. O'yinga qiziqish juda ham baland. Chunki bu Gana terma jamoasi, bunga har bir bolalar kayfiyati juda ham a'lo, tayyorgarlik o'z jarayonida. Inshaalloh yuzimizni yorug' bo'lib g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Rahmat. Endi savollarga o'tsak bo'ladi. Marhamat, birinchi savol. Аликулова мы до этого приглашали, если вы помните. Но когда приглашаешь, надо давать больше играть ему. В данной ситуации он всего одну игру сыграл за нас с Белоруссией и получилось не очень удачно сыграл, честно говоря. Поэтому сейчас сборная до 23 лет, которая 23-летняя, она играет на турнире. Нам показалось, будет правильно, чтобы он там сыграл. Оценим, как он там будет выступать за эту сборную, потому что здесь привлекли двух центральных защитников новых. И в этих играх опять бы его не использовали. А просто так приглашать, посчитали, зачем нужно, если человек может получить игровую практику именно за ту сборную. Спасибо. Инициал. Беште мурабби штаби бор деди. Ikkita jamoa bo'linib ham ishlayverishadi. Asosiy tarkib masalalari yana terma jamoasi va terma jamoasining o'zining xohishi bilan terma jamoani o'ynashni taklif qilaman va agar kuchliroq komandani o'ynashni, kuchliroq tarkibga ega bo'lgan komandani o'ynashni yaxshi bo'ladi, chunki oldingi kuchli сами выбрали соперника Ганы, или вам федерация порекомендовала, лучше ли сыграть какую-нибудь более сильную команду? Более сильные команды, я не знаю, более сильные, конечно, мы бы хотели сыграть, но, к сожалению, календарь международный так составлен, и плюс, вы знаете, после того, как события с этим ковидом, все поменяло в календаре, это не от нас зависит, все сборные имеют такие же проблемы сейчас. С Европой ни с кем нельзя было договориться, потому что у них отборочный чемпионат мира сейчас идет. С командами из Африки, вот видите, Гана, я не думаю, что это слабый соперник, потому что все-таки это пятикратный чемпион Африки, неоднократный участник чемпионата мира, и Гана, конечно, серьезный соперник, как мне кажется. То, что там говорят, что они приехали там вторым составом, Б, В, Г, я не знаю. Если так разобраться, мы тоже когда-то, в ближайшие последние игры, которые мы играли, мы тоже выступали без легионеров. Но мы нигде не говорили о том, что это команда Б, В или еще какая-то. Поэтому я думаю, что это неправильно, потому что в своем чемпионате футболисты Ганы, которые выступают, возможно, даже будет с ними сложнее играть, чем с первой командой, потому что все футболисты, которые играют в Африке, наверное, так же, как и все любые другие, хотят попасть в топ-клубы Европы. Поэтому они будут выкладываться и проявлять себя в таких играх. У них есть шанс, и они хотят за это зацепиться. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, это не слабые соперники. К сожалению, у нас так получается, когда приезжают таджики там, или киргизы, говорят, почему таджики и киргизы приехали, почему не более сильный соперник. Приезжают Гана, говорят, лучше бы сыграли с таджиками и с киргизами. Людей не поймешь, у всех свои мнения. Наша задача подготовиться. Кто соперник? Сегодня Гана, завтра будет играть с Ирак. Время покажет, насколько они слабы и насколько сильны мы на данный момент. Поэтому у нас планомерно идет подготовка, нам нужно было с кем-то сыграть. Мы нашли вот таких соперников. Я, в принципе, благодарен Федерации за то, что такие соперники есть на сегодняшний момент. Moskvaga aloqaga kelib qo'shildi. Bu Vadim Abramov aloqada o'zining murabbiylar shtabi yo'qligini anglatadimi yoki bu assotsiatsiyani qarori? Не, ну, самое главное, есть определенные моменты, которые у нас происходят в коллективе, да. Ну, вы знаете, приняли решение, чтобы тренера сборных не могли работать у нас в клубах. Ну, я такое решение вот, ну, согласился с этим и не работал. Кападзе нашел себе клуб, он решил работать там. Поэтому вот такая ситуация. Вместо Кападзе взяли другого. Ну вот и все, больше никаких проблем нету. Что касается, значит, тренера по физподготовке на сегодняшний момент, я думаю, что в тех моментах, когда команда готовится за неделю перед какими-то товарищескими матчами, на протяжении года не играет, большой разницы нет, кто у нас тренер по физподготовке. А дальше будем думать, как это решить. Да. Гафуров? Ну, Гафуров пришел, потому что мы думаем и о будущем. Это футболист, который только закончил недавно, игрок национальной сборной бывший. Хороший специалист, и я его привлек для того, чтобы он мне помогал. Я думаю, это мой личный выбор, и надеюсь, что из него получится хороший специалист. Ну, понятно. Дело в том, что просто, я не знаю, вы следите или нет, наверное, не очень следите. Был расширенный список. Это было сделано до окончания нашего чемпионата, да, 3 туров. Да. После того, как прошли 3 тура, появились больные, которые получили травмы. Перечислять их не будем, вот тех, кого нет, они все получили травмы. Поэтому на их места пригласили других ребят, которые здоровы, и надеемся, что была такая возможность им попасть в сборную и нам познакомиться с ними ближе. Хотя они давно в нашем расширенном списке тоже. Поэтому это такое нормальное явление. Перед 3 матчами официальными, что вас беспокоит? Потому что был, Азис недавно интервью давал, что в сборной иногда бывали такие проблемы организационные, может, какие-то еще. Ну, наверное, не только меня беспокоит, беспокоит всех участников в связи с тем, что мы будем играть в Саудовской Аравии. В этот период просто очень тяжело там играть. Я был как-то в июне месяце в Саудовской Аравии и представление имею, что это такое. Если кто-то не был, это равносильно, что вы приходите в сауну, заходите. В таких климатических условиях, конечно, играть очень сложно, поэтому Саудовская Аравия не играет в это время, свой чемпионат не проводит. И было удивительно, что все-таки АФК приняло решение играть именно там. Ну, никто не беспокоится о здоровье просто человека. Просто сидеть на трибуне, и то сложно, а бегать 45 минут. И если бы это был бы 1 матч, но там надо будет провести в течение недели там 3 матча. Это, конечно, мне сложно комментировать это решение АФК, конечно. Но, наверное, врачи и кто-то там, я не знаю, должны были, наверное, сказать, возможно такое или нет. Насколько я знаю, как-то в стране одной, в Южной Америке, где-то высоко наверху играли в футбол, и то стали бить тревогу, что могут пострадать здоровье футболистов. По-моему, это не... Боливия. Ну, а здесь никто почему-то ничего не говорит. Если, ну, европейцам это не интересно, я думаю, а азиаты, я не знаю, почему молчат, наверное, тоже считают, что это нормально. Ну, да, это тоже проблема, потому что Адель Ахмедов, к сожалению, почти год не играет без игровой практики. Но, насколько я информирован, он сейчас заключил новый контракт. И будем надеяться, что до этого времени, до июня месяца, будет игровая практика. И посмотрим, мы, конечно, надеемся на него. Но в то же время, если так получится, он не сможет принять участие, у нас есть ребята, которые его заменят. Ну, есть проблемы, которые, если добавить тому, что вы задали до этого вопрос, конечно, средняя линия у нас так получилось, что многие футболисты выпали из средней линии, которые принимали участие год назад в отборочных играх. Но, к сожалению, вот корейцы не прилетели к нам на сбор в связи с тем, что у них там пандемия и такие правила во въезде в страну. Их клубы не отпустили. И там у нас группа футболистов, которые представляют среднюю линию. Насколько я знаю, сейчас у нас долго тоже не играл, травмировался, но сделал операцию. Алибаев, я с ним беседовал, сейчас он себя чувствует хорошо, но у него с Сеулом контракт прекращен, и он перешел в первую лигу корейской лиги, играть там будет. Надеемся, что игровая практика до июня у него будет, сейчас со здоровьем у него все хорошо. Также есть Искандеров, который тоже представляет среднюю линию, но он тоже без игровой практики. Плюс выбыл у нас со средней линии Ганиев, который, к сожалению, только набрал, был в хорошей форме и, к сожалению, тоже на полгода выбыл. Вот такая проблема есть, но надеемся, что будем решать ее по мере поступления проблем, надо их решать. Будем решать, для этого вот проводим эти матчи, для того, чтобы посмотреть, обкатать тех ребят, на которых мы можем рассчитывать именно в июне. Потому что мы иногда собираемся не FIFA, и не лучше ли чемпионат усилить, чтобы сборная была сильнее? Ну, а вы можете подсказать, какие дни не FIFA мы собирались до этого времени? Мы только собирались не в дни FIFA, когда чемпионат не проводился. Единственный раз это было не дни FIFA, это мы собрались, когда пандемия была, но когда чемпионат из-за пандемии останавливался, никто на это не обращал внимания. Ну, поэтому, вообще-то, если вы регламент почитаете, там написано, что чемпионат проводится в интересах национальной сборной. Я не думаю, что те ассоциации, которые в Азии есть, которые, несмотря на то, что свои чемпионаты проводят, но в интересах сборной останавливают и проводят, подводят к этим чемпионатам, они глупее нас, понимаете? Это все делается для того, чтобы национальная сборная выступила достойно. Поэтому я даже не вижу причин от того, что мы остановили там на неделю раньше или на неделю позже чемпионат, ПФЛ от этого сильнее стал, наш чемпионат сильнее стал или слабее, сложно мне комментировать это. Но если вы регламент почитаете, там как раз все написано, первую страницу сразу откройте, многие просто не знают это, к сожалению. Birinchi savolga albatta har bir o'yinchi borganda amirlikka maslahat qilib qanaqadir tashkiliga yoki o'sha bo'layotgan muhitga maslahat qilgan holda albatta yordam berib turibman. Hozir mana Azaniyev ukamiz ham travma bo'ldi, o'sha operatsiyasini o'tkazdik. Bu tomondan baribir ham terma jamoada o'ynaymiz, oldindan aka-uka o'rtog'imiz. Bu tomondan muammo bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savolga har bir futbolchini o'zini o'rni bor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu terma jamoa bunga kim tayyor bo'lsa o'ynaydi, buni hamma tushunadi. Har bir terma jamoaning har bir o'yinida yoki har bir daqiqasi bizlar uchun juda ham bir katta tajriba, ham o'z vataningizni himoya qilish juda ham bir katta mas'uliyat. Inshaalloh faqat harakat qilamiz, o'sha muxlislarimizni xursand qilib g'alaba qozonishga. Albatta. Salom Vadим Abramov. Keyin shu masalaga bugun nuqta qo'ysakda, Vadim Abramovni Bунеткор jamoasi o'yinlarida, o'rtoq o'yinlarida ko'rinish berayotganlar muxlislarda turli xil ta'kidlarni e'tibordan keltirib chiqamoqda. Demak, birinchi turda Bунеткор mashal o'yinida Vадим Абрамовni ko'rdik, lekin shu kuni Пахтакор Насаф qarshida haqiqiy turning markaziy o'yini bo'layotgandi. Shu masalaga bugun oydinlik kiritib nuqta qo'ydik. Да, вот вы понимаете, когда я был на игре Пахтакор Насаф суперкубок в Андижане, никто об этом не сказал. После этого, это через 2 дня играет Пахтакор, играет Насаф. Ну вот я только что посмотрел их. Мне что смотреть еще раз их? Я всех увидел, кого хотел. Здесь играет Бунеткор, там тоже кандидаты в сборную национальную. Я приехал на матч. После этого я поехал на Манган, никто об этом не говорит. Я еще где-то был, я не помню сейчас уже. Во всех играх я присутствовал. Но именно на это обратили внимание, почему-то это обсуждается. Такое впечатление, что, я не знаю, что-то я вредное сделал. Но я смотрю всех кандидатов в сборную. Поэтому не переживайте. Нам это, в Бунеткоре меня нет. Если это влияет для успешного выступления национальной сборной, я готов даже... Я даже не знаю, где еще не работать. Могу дома не жить, если это тоже влияет, понимаете? Скажете, что сделаем, только чтобы сборная играла. Я не думаю, что от этого повлияет что-то. Если я прихожу на Бунеткор, когда свободное время, подсказать где-то или еще что-то, я думаю, это не повредит этим футболистам, которые там играют, насколько мне кажется, не знаю. Подопечным, с кем работать? Я, своим подопечным, если они меня спросят, конечно, посоветую. Плохо, что они не слушают советов, понимаете, да. Вот Джалолиддинов. Во-первых, по Джалолиддинову, чтобы вам было понятно, не слушали какие-то там слухи. Когда, значит, его продали в в Локомотив Мосов, все кричали, что мы это, оказывается, плохо продали, не за те деньги, там, оказывается, за него гораздо больше там можно было заработать. Он уехал туда, ему дали шанс играть в Локомотиве. И договоренность была такая с агентами, что он вернется, будет зарплату получать в Локомотиве, если не пройдет, но будет играть за Бунеткор. К сожалению, когда поднялась вот эта вся непонятная, шум такой какой-то непонятный о том, что, оказывается, его не так продали, какие-то нарушения были, которые не подтвердились. Но вот этот шум поднятый растянул, и человек не вернулся к нам в команду, в трансферное окно, понимаете? И пострадал футболист только из-за того, что вот этот шум подняли, непонятное, что Локомотив московский тоже не понял, о чем идет речь, там руководитель. И он не попал к нам в клуб и не стал, без игровой практики остался. В Локомотиве, естественно, на данный момент он не мог заиграть в основном составе. Его отдали в аренду Тамбов, там тоже не прошел, потому что российский футбол – это силовой все-таки футбол. Далее ему предложили поехать в Испанию, и был клуб в Испании, но за меньшие деньги, которые он получал в Локомотиве. Но, к сожалению, футболист отказался за эти деньги там играть. Он выбрал Андижан. Это его выбор. Думаете, я ему что мог посоветовать? Пойти в Андижан? Нет, я ему советовал идти в Испанию, играть в Испании. Но он поехал, выбрал Андижан. Я думаю, Андижан он выбрал это как трамплин. Дальше он собирается в Турцию ехать. Насколько я понял, его там сейчас другие агенты дурят, которые до этого с ним работали. Ну, мальчику задурили голову, что он может уже принимать сам решение. Как он мне сказал, я хочу сам принимать решение. Ну, принимай решение. Вот первый принял решение, пошел в Андижан. Дальше он примет решение поехать в Турцию. Ну, я думаю, что, насколько я знаю, не знаю, может, возможно, что-то по-другому случае. В Турции он приедет, его отдадут в аренду в первую лигу. Так, я думаю, будет. В первой лиге, где ребята, которые очень все стараются попасть в премьер-лигу Турции, таких ребят, как он, будет на одно место по 100 человек. Сможет он там выдержать конкуренцию? Большой вопрос. Но мне, как тренеру национальной сборной, хотелось бы, чтобы наши футболисты представляли за рубежом в хороших клубах, понимаете? Тогда сборная будет сильнее. Они просто сидели на скамейке, и вот так кто-то зарабатывал деньги. У нас зарабатывать деньги все могут. Сейчас у нас как раз журналисты этим заняты, поэтому нормально устраивайте футболистов, все занимайтесь футболом. А мы посмотрим, чем все это закончится. Да. Да, конечно. Да. Вадим Абрамов bilan chiroyli o'yin, hujumkor o'yinlarni terma jamoalar ko'pchilik tanishadi. Ular aytishdiki, Gana bilan Iroq bilan o'yinlarda kerak natijaga erishmasa ham, futbolchilardan chiqib ketsa ham, o'sha 3 ta o'yinda himoyaga olib g'alaba qozonsa ham, bizga kerak natijani olib kelsa bo'ladi. Qanaqa kimni chaqirishdan tartibga kimni chaqirishdan qat'iy nazar rejalashtirilgan natijani qo'yishsa bo'ldi. Ishdiki hozir haqida gapirdim. Har bir kun hodisidan uni kishi o'rganishimiz kerak. Shu taklifni hozir rahmat. Рахмат, просто... Да, пожалуйста. Нет, я понял, что пожелание. Просто, наконец, человек что-то пожелал. Я не знаю, все в футболе разбираются, понимаете, все рекомендуют. Я стараюсь не читать вот это, потому что если бы я про себя все читал, мне бы уже повеситься надо было, то, что от меня пишут. Это нормальное явление. Я к критике всегда готов выслушать. Ну, объективная критика, когда есть, это на пользу идет. А так просто повально хаять сейчас людей все могут. И самое интересное, что это сейчас модно стало в соцсетях оскорблять людей, называть как-то и проявлять там геройство свое, что-то говорить. Людям это интересно. Я понимаю журналистов, которым нужно желтая пресса что-то выбросить. Если скажут, что это вода чистая, никому не интересно. А если там напишут, что там яд, и я выпил, умер, то это интересно, кто же его произвел. Это нормально. Да. Последний вопрос. Kutilmagan o'sha o'yinga yig'ilgan bir necha kun qolgan yer tarkibdan tushib qoladi. Keyin yana shunga bog'liq savol, umuman terma jamoadagi boshqa o'yin boshqargan paytlaringizda avvaldan shu himoyachilar bilan bog'liq muammolar ko'pligini ko'rganmiz. Bu nima bilan bog'liq yoki bu kasb bilan yoki bola bo'linami? Sizni uslubingizga mos himoyachilar yoki O'zbekistonda? Не первый раз Кремец именно перед сборами как бы травмируется. Да, это про Кремец. Вторая часть. У вас постоянно в сборной какие-то проблемы с центральным защитником, и вы иногда ставите полузащитников. В чем проблема? Ну, не подходит. Значит, да, значит, первый вопрос по поводу Кремца. Да, вы заметили правильно, как в сборной мы вызываем у него травмы. Ну, возможно, это так. Возможно, он просто обижен на меня за то, что я когда-то сказал, что у него не хватает скорости. Может, это второй вопрос, я не знаю. Я с ним разговаривал, беседовал. Он готов играть за сборную. Он мне не сказал, что нет. Мог бы сказать, что я там не хочу играть за сборную, вопросов не было. Но он опять получил травму, да. Ну, это такой выбор футболиста. Мы же не можем травмированных вызывать. Так получается. Если он скажет, я готов к любому развитию событий, поэтому я по отношению к нему честен, как и ко всем остальным футболистам. Что касается второго вопроса, действительно, у нас в центральной зоне проблемы. У нас проблемы во вратарской линии, проблемы, потому что нет еще первого номера до сих пор. Да, она существует, но она не первый день существует, она была всегда. Но вот мы как-то пытаемся найти, сейчас вот пригласили Адель Ахмедова брата, Азима. Да, я его видел в Новбахоре, как я поехал на игру смотреть, Новбахор играл с Насафом, и увидел его в этой позиции. Когда посмотрел, и в Локомотив приходил, кстати, смотреть, когда Новбахор играл, увидел его в этой позиции, я увидел, что он не уступил в скорости тому же Абдухаликову Тимуру, у которого есть хорошая скорость. В этой позиции мне интересно его посмотреть на уровне национальной сборной, потому что центральным полузащитником я его не рассматривал для сборной. А в этой позиции, возможно, он сможет проявить себя, свои лучшие качества. Ему дадим такой шанс, и от него будет зависеть. Если он им воспользуется, будет очень здорово для национальной сборной. Поэтому пока так. Да, пожалуйста. Год назад, когда мы их делали, вы обещали, как если чемпионат мира попадет, сборную Узбекистана, вот Мерседес не падает, да? Да. Все мы болеем здесь, все живут, 34 миллиона населения ждут, когда-то вот сборная выйдет на чемпионат мира. И я тоже жду. Почему? Я хочу выиграть у вас этот Мерседес и подарить весь дом. Из-за этого, пожалуйста, играйте от всей силы. Вот 30 миллионов человек и вот эти маленькие детишки, которые мы подарим с вами этот Мерседес, чтобы всегда напоминали, что вот эти сборные нам подарили Мерседес, и вы вышли на чемпионат мира. Ну, спасибо, дай бог, да, мы не против, не отказываемся от своих слов. Если сегодня нам скажут, что мы попали на чемпионат мира, мы завтра поедем, отдадим этот Мерседес, проблем нет. Но самое главное, что надо подготовиться. Пожелание – это хорошо, за ним стоит большой труд. И все мы должны работать на это, понимаете? Вы, как журналисты, на своем рабочем месте, мы своим должны были делать. У нас проблема, каждый должен заниматься своим делом, понимаете, тогда будет успех. Но пока, к сожалению, этого не происходит, ну, будем стараться, мы вот делаем все возможное от нас. Неужели вы думаете, когда говорят, почему дни ФИФА, не дни ФИФА собираете? Да я мог бы и не собираться, вы думаете, мне так хочется переживать и слушать потом эти проблемы, когда молодых обкатываешь в сборной. Мы же это делаем для того, чтобы сборная сильнее стала. Находим соперников, играем, есть такая возможность, есть. Но наш чемпионат окажется важнее. Но наш чемпионат – это хорошо. Hammaga rahmat bugungi matbuot anjumani ishtirok etgani uchun Vadim Abramov hamda Otabek Shukurovga ham minnatdorchilik bildirib, ertaga omad tilaymiz. Спасибо. Да, рахмат.